Объектом нападения террористов стало административное здание в колонии номер 18. По сценарию учения вооруженные люди захватили в заложники 12 сотрудников учреждения и заблокировали выходы в помещение. По замыслу учения три террориста захватили заложников на пересылочном пункте в поселке Потьма, где происходили в здании свидания. Выдвинули политические требования предоставить им $1 миллион, предоставить вертолет, бронежилеты и автоматы, а также выпустить троих террористов. Бандиты заявили, что собираются вылететь на вертолете в Саранск, а оттуда на самолете за границу. Все свои действия они потребовали транслировать в онлайн-режиме через средства массовой информации. Руководителями оперативного штаба в Мордовии на место теракта были направлены подразделения правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы, бригады скорой помощи. Преступники пригрозили расстрелять заложников и подорвать здание. Спецслужбы провели силовую операцию, во время которой один из террористов был задержан, двое убиты. Освобожденные заложники эвакуированы и доставлены в медицинские учреждения республики. В ходе проведения антитеррористических учений оперативным штабом были отработаны мероприятия по согласованию и согласованности действий УФСИН России и Управления ФСБ по Республике Мордовия, а также оперативного штаба. Действия участников команд штабного учения оперативным штабом оценено положительно. В ходе учения достигнута согласованность действий всех ведомств, которые приняли участие в учении. По ходу учения террористы были обезврежены, заложники были освобождены. Оперативный штаб Республики Мордовия обращает внимание жителей республики на необходимость повышения бдительности, особенно в период проведения праздничных или спортивных массовых мероприятий. Эдуард Анютин, Народные новости.